Итак, ребят, всем привет. Наш блокнотик на Кагле сломался. Поэтому срочное отключение, потому что все пишут, у меня не работает, у меня не получается, что делать. Есть вариант на коллабе это сделать, но там ограничения, 4 часа, как мы знаем. Это полная херня, но можете использовать, в принципе. А сейчас я вам покажу немножко другой вариант. Мне кажется, он даже поинтереснее, получше. Я вам говорю, знаете, о каком варианте? Сейчас я вам скажу. Вот такой вот вариантик. Называется сайт Kids.ai. Kids.ai. Что он делает? Это все уже в себе собранная там тема. RVC себе собранная модель, как я понял. Мы просто туда загружаем файлы голоса, которые мы будем тренировать. Все, мы получаем модель готовую, и которую на этом же сайте мы можем загрузить вокал, дорожку с вокалом и преобразовать. Также в онлайне можем наговорить что-нибудь в микрофон, и, естественно, он нас тоже преобразует. Что нам для этого нужно? Аккаунт Google. Желательно несколько аккаунтов Google. Сейчас я вам скажу, почему. Нажимаем «Зайти». Здесь. Потом опять «Зайти». Зайти через Google аккаунт. Входим через Google аккаунт. Вхожу я через Google аккаунт, у нас прогружается интерфейс. Зачем нужно несколько аккаунтов? Потому что здесь можно только две модели, чтобы у вас сохранено было. То есть, либо вам придется удалять модели, то есть вы оттренировали модель и придется удалить этот модель голоса и тренировать новый голос потом. Либо несколько аккаунтов, то есть у вас будет на каждом аккаунте по две модели вашего голоса. Так, когда мы зашли, у нас появляется такой интерфейс, тут нажимаем Create сбоку, нажимаем Create, нажимаем Add your first voice, добавить новый голос. Потом у вас не будет этого плашечки это, и надо нажать будет New Voice просто вот здесь. Нажимаем «Добавить», пишем название сюда, свое любое название. Сюда мы перетаскиваем файлы, через которые мы будем тренироваться. А сюда можно загрузить сколько угодно файлов. Я рекомендую где-то 15 минут голоса. Объем общий всех файлов не должен быть больше, сейчас скажу, 150 мегабайт вроде бы. Сейчас я найду файлики с голосом. Вот файлики у меня есть. 3 файла. Они очень длинные, в принципе. Тут еще больше, мне кажется, голоса. Тут у нас вообще 34 минуты, в принципе, голоса. И мы перетаскиваем просто сюда. То есть берем все файлы эти, перетаскиваем. Вот они у нас здесь появляются. Если вы загрузите больше, чем 150 мегабайт, у вас здесь будет плашечка красная, что больше 150 мегабайт, и просто каждый по отдельности удаляете, пока у вас там не будет 150 мегабайт и меньше. Дальше. Что мы делаем? Здесь количество эпох. Максимум 300 эпох можно поставить. Я ставил 200 эпох. Вариант, то есть голос получается неплохой. Даже на 200 эпохах. Давайте сейчас поставим 300. Методы те же самые. Hardvest, PM, Creep. Я делал на Creep. Давайте в этот раз на Hardvest попробуем. Посмотрим, что получится. Все, после того, как это все мы сделали, нажимаем Start Training. Эти файлики сейчас у нас он загружает к ним туда на сервера, они сейчас будут обрабатываться, я сейчас вам покажу, где мы в итоге это потом все увидим. Вот, у нас появилась моделька вот нашего голоса, что она сейчас будет скоро тренироваться. Написано то, что она в очереди на данный момент находится. Потом у вас будет написано, что просто она в процессе. Написано будет процесс и пойдут проценты. Сейчас давайте сразу тогда я вам покажу уже на другом аккаунте, потому что на этом, на другом аккаунте я лимит исчерпал свой. Перехожу на другой аккаунт, вот Create, вот мой голос. Один голос сейчас у меня тренируется, вот видите, написано тренинг и 1%. Другой голос у меня уже оттренировался. Сегодня где-то в час дня я загрузил сюда вот голос. И 200 эпох где-то за 5 часов у меня обработались в итоге. То есть новый голос, видите, я не могу создать лимит, что типа нельзя-нельзя. Если вы будете удалять, то же нажимать сюда и delete, то есть удаляете. Редактировать тут, в принципе, можно только название отредактировать и обложку поменять этого голоса. Обложку я вам покажу, как выглядит и что, и зачем она вообще нужна. Все, дальше, когда у вас тренируется модель, нажимаете use voice, то есть использовать голос. Так, когда вы нажимали, вот, вот эта обложка, вы можете ее поменять, но она нахер не нужна на самом деле никому. Сюда мы загружаем файл нашей, то есть акапеллы.
Когда мы загружаем файл нашей акапеллы. Сейчас я найду что-нибудь. Вот. Мы делили через Ultimate Vocal Remover вот песни, то есть наши. В принципе, голос мы делили и инструментал отделяли. И вот у нас файлики, то есть такие. Вы можете через онлайн-сервис, как я сказал, уже это все делить спокойно. Еще даже лучше было, то есть опять ваш компьютер не будет вообще использовать. Если онлайн-сервисы подключите для деления вокала и музыки, если вы будете использовать тренировку, вы это все делаете на удаленных серверах, ваш компьютер вообще не используется. На вашем компьютере единственное, что можно сделать, это, мне кажется, просто совместить вот получившуюся дорожку голоса и минус. И то это можно сделать все в онлайне том же самом. Выбираем какую-нибудь песню. Кадиллак делали уже. Давайте что-нибудь другое. Безумие. Перетаскиваем просто сюда. Так, теперь у нас здесь есть дополнительные настройки. Продвинутые настройки. Pitch switch, то есть сдвигание тембра. Опять, если мы делаем мужской голос, точнее преобразуем женский голос в мужской, то ставим минус 12. Если наоборот, то есть ставим плюс 12. Так, сейчас здесь женский голос, по-моему, вроде ставлю минус 12. Динамику. Чем лучше ваше отделение вокала, то есть там нету шума, ничего такого, то есть чистый голос хороший, как будто сейчас я записываю через микрофон. Если вы мой голос сюда будете вставлять, то есть здесь можно сотку ставить, в принципе. Дальше препроцессинг эффекты. Эффекты, которые наложены на ваш голос, которые вам на слух кажутся, там есть. Ставим, можете все ставить, просто все артисты практически используют все эти эффекты. Там и шум какой-то есть у нас небольшой, и высокие и низкие частоты, срезы, и компрессия там есть, и автотюн все юзают. Ставим все. Здесь постпроцессинг, то есть что наложится после всего этого на ваш голос. Рекомендую ставить компрессор, в принципе, и реверб. Дилей не нужен, и повторение тоже, хорус этот тоже не нужен. Дальше все, нажимаем конверт, и у нас обрабатывается наша дорожка. А обрабатывается она где-то, ну, минуту максимум. Сейчас вы здесь увидите, плашечка появится, что она, конвертинг. Началась обработка. Вот, появилась плашечка, конвертинг. Ждем, написано там, типа, ожидайте 5 минут, ничего не 5 минут, там буквально минутку, может быть. Ждем. Итак. Обработка закончена, потому что вот появилась наша дорожечка новая. Давайте ее послушаем. Как у нас там, чего? Неплохой вариант. 200 эпох, метод крип, уже сказал. Дальше что мы делаем? Дальше мы просто нажимаем кнопочку вот «Скачать», и мы скачиваем этот файл уже себе на компьютер. Вот нажимаем кнопку «Скачать», файл «Долан», все. Скачан у нас наш файлик. Сейчас нажал кнопочку «Записи онлайн». То есть давайте послушаем, как онлайн голос звучит. Если чистый, хороший голос, да, реверб, компрессор отключим. В принципе, здесь у меня тоже ничего этого нету. Можем просто все отключить, потому что я записал сюда чистый голос. Здесь хороший исходник. То есть мы сейчас послушаем хороший, то есть как он может обработать голос в идеале, если дать ему идеальный голос. Это 200 эпоха и методы крипа. Как только на кагле, то есть у нас какие-то будут подвижки, я все вам расскажу, покажу, что мы изменяем, что мы делаем, и вернемся туда. Это временная мера. Временная мера. Поэтому делаем пока все здесь. Вариант неплохой. Неплохой, честно скажу. Дальше мы просто нажимаем кнопочку вот «Скачать», и мы скачиваем этот файл уже себе на компьютер. Вот нажимаем кнопку «Скачать», файл «Долан», все. Скачан у нас наш файлик. То есть качество неплохое. Еще какое, знаете, я хочу видео записать, скоро появится видео, как сделать по-настоящему крутой кавер. Мы с вами сделали, отделили, в общем, получили дорожку нашего голоса, и как ее в FL-очке хорошо подогнать, какие плагины навесить, чтобы наш голос звучал прям вот так вот, как будто этот артист и пел. То есть от оригинала будет не отличить. Поэтому все, пользуйтесь,
Пока так. Подписочки, там лайки, комментарии, пишем вопросики. Все читаю, на все отвечаю. Так что все. Всем пока-пока-пока. Спасибо, что смотрите. На связи, ребят.